Они же будут тоже это пользоваться. Так, надо мониторить, кстати, проход. Да. Слушай, народ, нет, у вас когда игра загружается, у вас нет такого звенящего звука постоянного? Есть, есть, не обращай внимания. Баги. Прямо на шаре. Может прийти. А, вижу у обоих. Справа будет чисто, пока нет никого. Там что-то вдали, вдали, по-моему, ящик, где плазма сейчас. Опа, вижу Ринку. Да, Ринка. Отмечаю где. На подце. Подце противник, принимайте. Там, кстати, наши Ринки. Они к Б едут, к Б едут. Нет, нет, они к лифту. Они поднимаются на лифте. Да, да, да. Да, мы начали. Поднимаем противника. Ринку больше не вижу. Ладно. Что там, все полегли? Ринка куда-то уехала, я ее не вижу. Они по лестнице поднимаются. А, Ринку-то снесли? Я вас отсюда, я не могу спадган прикрыть отсюда. Нет, Ринка жива на половине жизни. Где? Мне главное где узнать. На цепь про... Раптор. Раптор. На цепь пролетел. Игнорируйте его, он все равно точку взять не сможет. Насрать. Они вот здесь видел противника. Внизу. На метке? Да, но он пробегал там. У меня взор ограничен. Хрен нужно найти. Под Чарли там, под Чарли очень много противников вижу. Вот, бегут. Сейчас со стороны квадгана выйдут. Ага. С той стороны. За бетой, да, за бетой противник. Куча народ заходит за бетой. Блин, я Сиватару убил. У них транспорт, что ли, под сей чат? Да, он, мы что, его не убили тут? Мне главное узнать, где, а дальше мельт разберу. А ну где-то, вот они отсюда бежали, но где сказать не могу. На Б заходит. Очень плотная атака на Б. Ну мы же, да. Но подкреплений у них нету на Б. Я не вижу никого. Нам плевать, их все равно меньше. Мы С дефим, так он что. Он бежит, засранец. Упс. Ага, да, вижу. А, извините. Попикнули. Да, не надо ругаться, чё. Ругаюсь. Квадган медленно поворачивает, так что уж вам говорить, где. Да, нет, там Рина где-то стоит. Здесь где-то Рина стоит. С той стороны этого. По правой части от... Как сказать... Вот там, короче. Под гад убежать решил. Там Рина стоит. Не. По лестнице против. С правой части, вон там вот внизу. По правой стороне, если смотреть. На С? На С по лестнице. По лестнице. Угу. Смотрите, вот я вот лестницу вот здесь вижу, квадгана стреляю. Так что отбегайте в сторону квадгана, рисовать. Сейчас плазму убегаем, он под себя плазму стоит. Как и финал-то? Сначала. Пока все нормально. Пока прикрываю с квадрата. Назад квадрат. Отходите, плазма, кто впереди, назад отходите. Проще их будет снизу. Они продавили. Квадганом защищаю, но они продавливают. Бодрил, эти там не вижу. Сейчас по лестнице пойдут. Бодрил, завалили, вижу.
Наш Рину валит. Да, вижу. Но я что-то не видел. Нет, надо убить. Если начали сразу... чисто, все, пока никого нет. Они спейли, им надо было сразу же кватганы сносить. Че ты изи? В обороне намного сложнее, то есть легче. То есть вот пока нет, мой кватган не снесут, они нигде нормально подняться не смогут. На Б смогу. Нет, осталось. На Б только со стороны А и то с одной точки. Через узкий проход. Врага. Чисто, спокойно. Файндер там 10 фрагов наделал. Кстати, вот этот кватган тоже никто не занял. А там не видно, наверное, ничего. Да, слушаю. Нас идут по лестнице много, идут снизу. По лестнице. Ребята, много, по лестнице. По лестнице поднимается. Да, трое, четверо. Много заходит по лестнице. Медика убил. Блин, сори, солдат, сейчас я не выходил. Никто к тебе не идет. Щитинг бежит по лестнице. Вижу, сейчас отработаю. Это он залагал. Как-то они такой волной зашли резко. Чисто, все зачистили. Полечи меня. А, они по первому этажу бегут. Сейчас подниматься начну. Раптор. Убил его? Да, убил. Отлично. Там Ринок это стоит, они вот здесь, они здесь по лестнице идут. Я просто не успеваю их убивать. Да, они по лестнице идут. 18 секунд осталось, все, уже конец. Не знаю, может быть, кватган действительно читерство было. Пулеметчик кватган бьет. Это за игру даже не считается. Не, ну норм, ну... Блин...